Я хочу сказать, что наше кафе находится в данном месте более 15 лет. Но в этом году мы столкнулись с таким фактом, как бесконечное количество проверок со стороны проверяющих органов, которые инициирует один из жителей этого дома по улице Советской, 20. Я оказался в качестве свидетеля там, в квартире, у непосредственной жалобщицы, кто жаловался, что звуки превышают. И сам специалист сказал, что, говорит, здесь не может быть превышения. Даже, говорит, если вы очень постараетесь, при той аппаратуре, которая у вас есть, у вас не может быть такого, согласно нормативу, который у нас существует. Постоянно компрометирует этих сотрудников, не дает им проводить полноценные проверки, хотя все замеры, которые проводились по воздуху, звуку, все дают отрицательный результат в отношении нашего кафе. Она сказала, что все это неправильно, что она будет писать и жаловаться на них, что они неправильно производят все эти замеры. Просто сказал, что если будет у нее превышение, она будет опять жаловаться уже непосредственно на Роспотребнадзор, на специалистов, которые проводят, и будет требовать других специалистов, чтобы производили новые замеры. Я хотела бы обратиться к руководству нашего города, чтобы действительно восторжествовал здравый смысл. Центр города, наша набережная, это является одним из лучших мест для отдыха наших горожан. И мы стараемся максимально дать им комфортный здесь отдых.